Люся! Ну ты же им чередуй. Бум! Стёпа. Он не дал даже сать. Он не дал даже одеть еще папу. Стёпа, чеснок тебе зачем? Стёпа! Стёпа, это что, Люську изгонять, да? Дай сюда. И вторую дай сюда. Не нужен тебе чеснок. Вот. Вон. Пюрешку, пюрешку. Я не могу и снимать, и кормить. Не могу. Папе отнеси. Сейчас я сам открою. Стёпа, иди. Давай, 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 давай. Давай. Так, нет. Люсю надо посадить в вольер. Иначе, Люся. Да. Иначе толку не будет. Как он показывает. Хочу пюрешку. Люська такая раз обиделась. Мы вчера поехали, набрали карабинов на вольер. Навешали по два штуки уже. Чтоб точно без эксцессов. Да, Стёп? О, чё ты, боже мой, скажи, папа, никак не могу открыть. Ой, мне вчера, друзья, вышло видео. Вот сама серьезность кормит Стёпку. Со всей ответственностью. Чуть-чуть выше, да. И ему можно чуть-чуть поддавливать. Чуть-чуть поддавливать. Он еще не понимает. Пошло, пошло. И, конечно, вот где, ну, я смеялась, я думаю, что вы все видели это видео, смеялась, когда кормили кашей, когда Люська побежала с ложкой, у меня такое утром что-то проснулось, меняется погода, такое, голова болит, давление, и тут, значит, ну, естественно, все прошло, я там просмеялась весь ролик, и вижу по вашим комментам, что и вам зашло там тоже. Тоже смеялись от ваших комментариев. Тоже мы смеялись от ваших комментариев, ага. Молодцы. И, спасибо, ну, все равно, конечно, наши, вот, есть у нас диванные эксперты, есть, значит, кого, видно, как-то раздражает, что ли, этот смех, и раздражает, ну, мало того, что люди пишут, как бы, пишут, вот, зачем вы, вот, нужно там, значит, так, чтобы все чисто, это же надо убирать, да, это же надо... С ложечки кормить, учить. А, с ложечки, да, там, кормить, учить. А значит, что вот там какая-то обезьянка, значит, ее с ложечки кормят. Ну, мы видим, что есть в интернете и за столики садят, вот такие, как у деток тоже, с ложечки, с тарелочки. Вы поймите, друзья, что те обезьянки, которых приучают вот прям совсем-совсем культурно, вот все это садят их за стульчики, приучают, это обезьянки, которые, я надеюсь, останутся в домах этих людей надолго, не пойдут по рукам, потому что есть прецеденты, были обезьянки в интернете совсем недавно, все, куда-то исчезли, да, проходят какие-то полгода, эти обезьянки куда-то исчезают, то ли их отдают, потому что, видите, ну, это очень хлопотно, обезьянка в доме, это очень хлопотно, но у этих людей есть задача, и это правильно. Если бы мы думали, что Люся со Стёпкой с нами останутся навсегда, то, поверьте, мы бы приложили массу усилий, учили их есть аккуратненько. Но вы себе можете представить, что они пойдут в вольер? И будет Люська или Стёпка сидеть и ждать в вольере, пока все обезьяны, значит, хватают там, берут с тарелки руками, значит, кто лицом хватают, запихивают щетки. А наши двое интеллигентов, обезьяньих, сидят и ждут ложечки, когда придет папа Влад, когда вот так под правильным углом наклонит пюрешечку, а Стёпка вот так весь вытянется, как струна. Посмотрите, какая у нас поза, какой у нас хвост, как у нас, ну, классика жанра. Это ж картины пиши с этого кормления. Ой-ой-ой, Вадик, ты прям с радости пере, это самое, перехвалила, называется, не в первый раз. Вот. А наши сидят и ждут ложечку, слюнявчик, когда им принесут этот стульчик специальный детский.
Ну, друзья, ну, как-то, ну, включайте. Да, это комментарии нечастые, но они встречаются. Мне не хочется обижать этих людей. Там, ну, кто-то, конечно, кто жестко опять полетел в бан, у меня все просто с этим. Ну, кто-то, ну, включайте, как говорил Горбачев, мышление. И понимайте разницу между домашней обезьянкой и обезьянок, которых мы просто выхаживаем, которые с нами на очень короткий промежуток времени. Да, благодаря тому, что они росли у нас дома, они никогда не будут уже такие агрессивные, как вот наш прайд в Тайгане. Ну, очень агрессивные самцы. И у меня уже, вы знаете, друзья, стало складываться ощущение, что это не мамы вот в Тайгане, именно в этом прайде. Ну, вот как-то неправильные, да, это, скорее всего, самцы. Там прямо два таких, ух, как в дикой природе, прямо. Вадик так смотрит, как-то обреченно, пюрешечка заканчивается. Степка пошел пылесосить. Поэтому, друзья, не равняйте всех обезьянок, не равняйте. Вам нравятся с ложечки, вам нравится культурно, слюнявчик с ложечки и все остальное. Я вас умоляю, есть эти каналы, идем, смотрим, одевание, переодевание, вот как замотают эту обезьяну, как замотают и на прогулку водят и валенки, и все, что хочешь. Ну, наверное, там такой климат, наверное, как бы так нужно. Нам больше нравится вот так вот естественность. Обезьяны мы их, да, живут в вольерах. Мы им больше нравится жить в вольерах. Конечно, и они будут выхватывать, они будут размазывать. И если мы их этому вот не научим, да, будем по-другому относиться. Ну вот что, Люська сидит сейчас и грызет полки на вольере. Что же я теперь буду умирать за то, что она погрызла, она уже не одну полку погрызла в вату. Ну, кстати, вчера лесенок там Степке, ну, мы покажем, понадел полочек еще заменил. Вы даже не замечаете, как мы их меняем, потому что, ну, грызет. Но она и в природе это будет делать. Вот этого Степка в природе делать не будет. Никто его не будет, ну, не в природе, а в вольере, никто его не будет вот так кормить. Но пока маленький, да, вот так кормить точно, Вадик, никто его не будет. И еще там, вот, моя умничка, фигурное поедание, да, мой красивый мальчик. Кому-то даже то, что я говорю, пусть со стола ест. А, как это? Он интеллигент в пятом поколении. Я умерла с этого коммента, понимаешь? Он интеллигент, а вы его так спокойно говорите. Пусть со стола ест. Абсолютно спокойно говорю, потому что он будет есть с земли, а не только с чистой клеенки на столе. Скажи, папа, я еще не доел. Скажи, что это ты меня так вот это вот все отобрал, скажи, да? А, ну, Степа, не возмущайся. Скажи, я хотел там пропылесосить все на столе. А еще много комментариев, друзья. Я понимаю, что вы за нас переживаете, но это видно там, где вы, допустим, смеетесь, да? И вот это все со смехом, с юмором, что теперь надо и Степку стирать, и Люсю, и Влада стирать, и футболки. Но есть, но я думаю, что это, наверное, люди, которых дома просто идеальная чистота, которые это самое главное для них, лишь бы, да это ж, да нафиг это надо, да это ж надо вот там это все, да стирать, да мыть, да та-та-та, да проще их там чуть не скотчем склеить, напихать, значит, и чтобы это все было чисто. Мы, друзья, к этому относимся абсолютно по-другому. Вадик, сильно он очень много у нас времени, силы и нервов уходит на уборку, на то, чтобы их покупать, на то, чтобы тебя переодеть. Ну, тебе-то достается больше всех, конечно. Ты у нас просто работаешь полотенцем. У Вадика такой, нормально, он понимает, что это надо. Потому что нам нужно вырастить полноценных обезьян, да, а не членов там семьи или общества. Поэтому мы говорим, да, вот сейчас поест, да, даже трюселя не стали сейчас одевать пока что. Сейчас поест. Главное накормить. Ага, уже порядок. Вы, друзья, увидели, что у нас уже темнеет хвост. Я умирала там тоже с комментариев, где пишут, как он размазывает, значит, рисует на столе каши на том видео. И на хвосте кисточка. Волосок, да, как кисточка на холсте. Вот меня радует, что вот этот вот
перебитый хвостик у него перебитый. И синячок, вы помните, мы смотрели, что тут уже меньше, я не хочу сейчас, чтобы кричать, трогать, менее уплотнения почти нет. Вот это меня радует. Меня радует, что уже черные волосики, меня радуют вот эти черные ножки, наши черные ручки. Абсолютно здоровый ребенок. Вон, Люська снимает трюселя очередные, рвет. Люся, да, да, да. Скажи, вы меня звали? Поэтому, друзья... А грудная клетка как? Грудная клетка у нас, да, выравнивается за счет живота. Живот растет, и клетка кажется, что выравнивается. Опять-таки, вот сколько людей, столько мнений. Кому-то кажется, что клетка выравнивается, потому что снизу живот, да? А кто-то, наоборот, на фоне такого, значит, уже живота клетка смотрится грудная еще более впалой. Поэтому, друзья, сколько вас... столько и мнений, но мы остаемся сами собой, мы не будем ни под кого меняться, мы не будем их как-то по-другому воспитывать, да? Они должны вот, не доелся этого, должен доесть, добрать, должен... Давайте жить в позитиве. Да, давайте жить в позитиве, абсолютно правильно, потому что, ну, доброта, смех и красота, ну, это однозначно то, что спасет мир. Мне так нравится, что вы столько написали, ну, я смеялась от души, кто-то там видит в моем смехе, видел истерику, вот, это не от усталости. Это не так, друзья, это именно вот такое сиюминутное, кто-то видит, значит, что... А, мне понравился еще коммент, сегодня у нас получается такое, по комментам, друзья, понравился коммент, значит, женщина одна пишет, говорит, я в тот раз писала, значит, ну, этим, которые там критикуют все, говорит, зачем вы смотрите, зачем вы заходите на канал, да, зачем вы смотрите, а они отвечают, для того, чтобы увидеть, что еще придумают, что будет дальше. Да, что будет дальше, что они еще придумают, для того, чтобы пилить контент и для того, чтобы, значит, зарабатывать сумасшедшие деньги. И эта женщина отвечает, вот абсолютно правильно отвечает, что невозможно, невозможно с животными что-то, как и с детьми, что-то предугадать, если только ты их жестко не дрессируешь, наверное, да, и детей этих жестко как-то не держишь, что они по команде. Животные делают то, что они хотят делать в данный момент. А мы уже, так сказать, по ходу, да, да, папа сейчас полотенце, не-не-не-не, не ушел. О, вот еще, да, кстати, был тоже коммент в WhatsApp, ну, есть хороший, он говорит, мужчина, по-моему, написал, какой-то, или женщина, говорит, что вы мучаетесь с этим полотенцем, говорит, возьмите бумажное, и мы такие почитали, такие, говорит, слушай, ну, действительно бумажные, говорит, ну, я, говорит, хватал, что под руку, что в таких ситуациях попадается, и теперь, видите, он вспомнил этот коммент и взял бумажные полотенца. Естественно, бумажными удобнее, чем этими губками и всем остальным. Но это сиюминутное решение. Вот он увидел беспорядок, да, он сразу там схватил там губку или полотенце и давай вытирать. Поэтому невозможно предугадать с животными. Невозможно там какие-то там фразы заготовить, да, или какие-то там сюжеты заготовить. Поэтому, друзья... Рада, что и я, и Влад, что... Все экспромтом. Да, что в основном люди, 99%, как я сегодня говорю, на наших каналах воспринимают так, как есть. Вот как ты, скажи, предугадаешь, что вот он пойдет обниматься? Хотя бы как раз-таки это и можно предугадать. Да, да, как и Люська любит папу, да? Папаня. Ну, те, кто не понимает, или те, кто... Многие пришли только на канал, допустим, да, приходят вообще там в шоке, говорят, что это сумасшедший дом какой-то, и сумасшедшая женщина, там, оскорбление, а что там сегодня, Таня, вы дура, там, или еще что-то, понимаешь, вот такие вещи, что вы такой срач позволяете у себя, значит, там, на кухне. Ну, для нас есть ценности более дорогие. Вот одна из этих ценностей, там сидит вторая ценность. Более дорогие, чем какой-то бардак или еще что-то. Так что, друзья, рады, что вы с нами, рады, что вы воспринимаете все точно так же, как и мы. Следите за жизнью этих обезьянок. Приятных выходных!